И всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк, и сегодня снова Джейсон, пятница, 13-е, третья глава, в жилах убийцы течет горячая кровь. Мы в прошлый раз проходили заточение, сегодня зимняя бойня, третья глава. Не будем медлить, ну что ж, поехали, погнали. И должен открыться костюм, да, ледяной Джейсон, безжалостный убийца из реагенной камеры. Прикольно он выглядит. Горнолыжный курорт Хрустальное озеро готовится к открытию. Ну что так быстро? Даже прочитать не успел. Так, ну да ладно. Так, у нас... Опа, смотри, по-моему, Джейсон нам поймал, да? Блин, такой взгляд, чё там происходит, я не понял. Так, смерть лыжника. Уровень 1 из 13. Как обычно, в каждой главе у нас 13 уровней. Ничего не изменилось. Видишь эти деревянные сортиры, Джейсон? Уверена, ты легко их опрокинешь. Угу. Что-то новенькое добавили. Опа, плюх. И все. И тишина. Такс, что теперь делать? Такс, подожди. Мы просто посмотрели, как работают эти сортиры, да? Но мы должны были делать не совсем так. Или так. В принципе, у нас другого выхода вроде нет. Нет, все правильно. Потом мы должны идти, получается, сюда. Опрокидываем на него сортир. Давай, Джейс. Ау, Джейсон. Так, отлично. Вот так и освобождается одна клеточка. Все. Теперь понятно, как эти сортиры работают. Такс, сейчас бы попасть, отлично. Опа, жестко, Джейсон монстр прям. В каждой серии он не перестает меня удивлять. Ледяной ужас. Ужас, тебе уже страшно стало? А вы были добры к моему мальчику Джейсону, хотите оставить рецензию? Нет. Ни за что, но это как-то грубо было. Надо было написать попозже. А так, да. Или ни за что. Ладно, пофиг. Они сами дали нам такой выбор. Так, получается, мы пугаем его. Или ее. Скорее всего, это она. С зелеными волосами. Прям как у Джокера, да? И пиджак фиолетовый. Может, это Джокер? Правда, это девушка. Хотя, кто знает, может, Джокер это девушка. Так, короче, что я несу? Все, хватит. Так, что мы должны делать? Мы должны, в принципе, мы ее можем только напугать, получается. А может, ее надо два раза напугать? Тут можно два раза пугать? Или, по-моему, только один раз? Или сколько хочешь вообще можно пугать? А это что у нас за оружие вообще? Не написано. Так, ладно. Получается, мы ее должны напугать. Затем. Так, ну я решил проверить. Убить не получится. Не как бы убить получится, но потом того мужика убить не получится. И затем не получится убить третьего там персонажа. Ничего не получится. А может, смотри, надо влево, вниз, сюда. И еще раз напугаем. Или. Да, пугает второй раз. Все, возьмем это на заметку. И вот, отлично, все просто. Это на первый взгляд кажется, что сложно. На самом деле все просто. Мы привыкли делать из мухи слона, а так все просто. Я тебе говорю, так и в жизни все просто. Все говорят, типа, все сложно, но если взглянуть с другой стороны, то все просто. Нужно только смотреть на все с позитивной стороны. Ну и, конечно, про логику и ум нельзя забывать. Тогда все вдвойне будет проще. Да и втройне, и в десятине. В общем, смотри на мир позитив. И тогда все будет офигенно. Так, смотри. Значит, что мы делаем? Мы, получается, пугаем его так, затем убиваем его, убиваем того нижнего, потом убиваем третьего. И
Вау, от первого лица, смотри. Смотри, какая маска. У него там какие-то синие рисунки вместо красных. Блин, ну куртка кровавая, такая прикольная. Так. Бородатый мужичок. Так. О, еще чуть-чуть и будет уровень пятый, наверное, тут какое-то оружие, как обычно. Хладнокровное убийство. Хладнокровное kill. Kill. Как убийство по-английски? Death kill. Как? Подожди. Один только, да? О, какая просторная карта тут. Очень простор. Погоди-ка. Значит, мы должны... Стоп. Опять видишь? Кажется, что все сложно. На самом деле все просто. Смотри. Значит, мы по-любому должны напугать его. Затем по-любому должны... Ну, в общем, все равно мы должны уронить сортир. Затем нам нужно его напугать, чтобы он подбежал, убежал точнее от нас, и тем самым привел нас к третьему человеку, к третьей жертве Джейс. Так. А, ну да, смотри. Только вначале идет я сортирование. А то я тогда сказал, сначала пугаем человека. Сначала сортир роняем, потом пугаем человека. Затем он убегает от нас, тем самым дает нам шанс убить третьего. Воу. Жестко. Джейсон жестокий. Опа. Так, что нам дадут? Пятый уровень. Пятый уровень получен. И это что у нас? Так, ломай, ломай. Так. Клик. Весло. И что, мы будем веслом их убивать? Ну, в принципе, Джейсон чем хочешь может убить. Хоть... Хотя... Ну, да, в принципе. Даже резинкой, наверное. Почему тимерские лыжники или сноубордисты... Ладно, пофиг, не успел прочитать. Не убегают, наверное. Так, опять нас запутать хотел. Все. Сейчас ничего не получится, надо мотать назад. Если мы убьем первую фиолетовую, ну, ту чувиху с фиолетовыми волосами, которая в самом верху, или стоп, или это у нее фиолетовая шапка, или что у нее там фиолетовый. Если мы ее напугаем, она убежит в воду, и все. И все. Дальше Джейсон ничего не сможет сделать. Кстати, у Джейсона голова синяя. Отморозил себе голову. Ну, неудивительно, в принципе. Всех убивают. Больной. Мама ему, наверное, говорила, ходи в шапке. В шапке надо ходить. А он не слушался. Не слушался. Так. Подожди, убиваем кого первого? Нейтрализовать. Будем говорить так. Нейтрализуем кого первого? Кто у нас первый пойдет? Если мы убьем ту блондинку, получается, потом идем наверх. Нейтрализуем ту верхнюю, и опять ничего не получается. Значит, надо сначала нейтрализовать эту. Затем вот эту. Все, да, отлично. Перфекто. Перфект, короче. Замечательно. Опять у него лицо такое, бляха, опять меня Джейсон мочить будет. Ты видел, какие у них лица? Это вообще капец. Такие соны какие-то, жены. Их озвучивать, кстати, классно можно. Так, смотри, там девка в... По крайней мере, здесь уютно и тепло. Да, согласен. Так, ну смотри, шкаф это тогда как сортир. Тоже можно его ронять.
полка с книгами, точнее. Да, там вроде книги. Так. Двухместные, две кровати, а их трое. Два мужика, одна девушка. Наверное, Джейсон нейтрализовал девушку одного из них. А может, бородатый сам живет. Ну, просто смотри, там два очкарика, правда. Один веселый какой-то, а вторая какая-то зомби какой-то вообще. Опять день настал. Блин, вот что с ними? Почему они такие сонные? В чем отличие, что они сонные или что вот обычные? Это что-то дает? Непонятно. Для чего сделали это разработчики, но... Может, бородатого первого? Или подожди, сначала мы пугаем бородатого, а он бежит туда в... направо, к правой двухместной кровати, потом мы идем вниз к полке и убиваем того чекарика. Так, да. Затем бежим к этому бородатому. И все. Все просто. И затем вот это в очках. Похоже. Так, ладно. Что он делает? Подожди, как это? Это из какого мы... Это из какого дерева сделали это весло? Как он веслом ее насквозь? Опять, смотри, ты видел? Какое-то его лицо. Блин, как он это делает? Он веслом раздавливает их, я не понимаю. Джейсон, ты что творишь? Джейсон, успокойся, угомонись. Ты в ловушке, Джейсон, видишь? Или погоди. Медвежьи капканы. Это ловко ты придумал, солнышко. Мерзкие сноубордисты еще пожалеют. Значит, это не Джейсон в ловушке. Это сноубордисты и лыжники, и жители этих гор. Или просто... Вау. Как это я сделал? Это что такое было? Как это? Подожди, как это работает? Как это делал? Как я это сделал? Воу, смотри. Я об этой функции не знал. Вот так, по-моему, даже проще. Опять у нее лицо такое... Какие-то... Нежизнерадостные какие-то. Ну, хотя с ними рядом Джейсон, так что... Чё им быть жизнерадостно? Хотя насладились бы последний раз. Чё-то как-то смотришь сверху, как-то... Не очень. Так, идем вниз, идем направо. Получается, пугаем ее, она бежит на капкан. Затем что-то казалось куда проще. Не получается, смотри, значит, идем назад. Может, надо сначала рыжую напугать, и она побежит на капкан, затем я поднимусь наверх, подбегу к той, убью ту, и потом опущусь вниз. И вроде да, должно получиться. По идее. Вроде как бы да. Во, вот так как-то лучше. Так как-то все красивее выглядит, все 3D-шно. А так вид сверху как-то. Ну да, кажется, что проще, но не так проще. Так. Насадил на весло.
Нифига себе. Смертельное блюдо. И какое же это блюдо будет, Джейсон? Может, открывать свой ресторан, наверное. Опа, тут ходы. Так, роняем на них книжные полки, холодильники. Еще раз. Четыре хода. Раз, два. Нет, не получится. Не получается. Значит, надо по-другому. Опять они какие-то сонные. Ну что ж с вами, ребят, ну это. Проснитесь. Я сейчас вам помогу проснуться. А точнее, Джейсон вам поможет. Опа, он на него налетел, смотри. Джейсон псих. Воу! Да ты видел это? Это как вообще? Холодный расчет. Так. Вот что-то название такое, знаешь. Это джакузи? Нет. Это не джакузи. Или стоп. Там бульки. Нет, это не джакузи. Показалось, что там бульки. На самом деле это просто снежок. Так, уж как тут пройти вот это? Оу. Блин, чувак. Умирай уже, а то сейчас Джейсон будет жестоко тебя убивать. Что он сейчас делает? Оу. Я даже звук потише сделал. Кто он орёт так громко, что капец. Очень громко. Очень-очень-очень громко. Прям капец громко. Так, смотри. Убили их, а как туда стать? Никак. Никаким образом. Значит, нужно нам какого-то человека заманить в этот угол. Блин, тут все просто, только что-то не догоняю. Блин. Начинаешь путаться в ходах. Один ход сделал неверный, и все. Опа. Лови. Походу у Джейсона косоглазь. Ой. Но он все равно его убил. Как-то нелепо это выглядело. Неуклюже. Слушай маму, Джейсон. Мамочка хочет, чтобы ты бросил деревянный сортир в воду. Но это я сделал. Самое главное, я сделал. А что дальше? Ну, бросил я его в воду, и что? Получается... Нет, не дает новую подсказку. Получается, эта девушка по-любому должна не упасть в воду и удариться об тот сортир. Ну, остановиться перед ним. Да? Может, так надо? Получается, мы напугаем того мужичка. Затем. А затем. А затем. А затем. Так, что-то меня заклинило. Что я не так сделал? Что-то неверно. Слушай, маму. Джейсон. Ох.
Джейсон, Джейс. Оу. Бейсбол весло. Отлично. Это реально был похож на бейсбол. Размахнулся там и по башке там. И все. Даже пистолет ему не нужен. Весло и все. Может, это поможет. Так, как это делать? Подожди, мы идем сюда вниз или направо, наверх, влево. Убиваем так или так. Куда сортир нужно кинуть? Влево или вправо? Влево или вправо? Вправо или влево? И в какое время вообще нужно этот сортир в воду кидать? Может, сначала девушку должно упасть в воду, а потом я должен сортир кинуть. Хотя, наверное, это бессмысленно. В этом смысла нет. Ну, смотри, мы его пугаем. И что дальше? Дальше... Ничего. Такс. Все, смотри, сейчас по красоте я разобрался, как это делать. Так, ой, не так, не так, не так. Случайно поторопился. Эх, смотри, я немного времени потратил, чтобы до этого додуматься. Ну как додуматься? Я с самого начала сделал так, но потом что-то передумал. И сделал один ход не туда, и все пошло. Через жопу. Через одно место. Опа. Шестой уровень получен. Что нам дадут? Так. Ломаем его. Табуретку? Да ладно. Что будем? Джейсон будет убивать их табуреткой. Черная дыра. Так, приехали коп. Они, в принципе, нам не мешают. Такс, такс, такс. Он падает в яму. Пью! Забавный звук. Так, смотри. Его надо запугивать. Получается, мы по-любому идем вниз, влево. И вправо. Так. Может, его здесь убить? Или нет? Или нет? Так. Опять его. Давай еще раз. Пусть он в яму упадет. Там звук прикольный такой. Так, ладно. Значит, убиваем копа, убиваем второго копа. Или нет? Нужно этого копа, потом этого черного. Аккуратней, солнышко, никто не должен упасть в яму. Серьезно, в яму. Вот это подсказка, конечно. Это самая лучшая подсказка. Так,
Такс. Потом... Или стоп. Погоди, по-моему, мы должны убить этого рыжего. Потом убиваем этого черного. Потом устраняем копа. Опа, табуреткой всех. И... Вот как надо это делать. Оп, ну чуть-чуть промахнулся. Ну, почему промахнулся? Я вроде правильно все нажал. Полярная охота. 12 из 13. Брррр. Мой мороз. Аж мне холодно стало. Так. Что-то в натуре прохладно как-то. Так, затем он должен убежать на капкан. Так, а что дальше надо? Стоп. Стоп, 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 назад, назад, стоп. Так. А если мы его убьем, то как-то нет, не получится. Мы тогда не сможем последнего убить, который там, где появится, там, где крестик помечен. Стоп, получается, мы по-любому должны загнать того в белой шапке черного чувака, афроамериканца, в этот капкан. Давай не будем расистами. Афроамериканца. Афронегр. Так. Смотри, получается, он идет на капкан. Затем мы убиваем копа. Устраняем копа. Джейсон устраняет копа. Затем ту деваху, затем этого. И финального человека. Последний. О, табуретка раздавит. Жестко, очень жестко. Ой, сейчас вот еще жестче будет что-то. Надеюсь, ты тепло оделся, Джейс. А если бы я выбрал другой скин, другой костюм? Интересно, тут с другим костюмом можно играть? Эй, а там забор, забор. Забор, забор, забор. И что? Копа устраняет Джейсон. Та убегает. Убегает. И что дальше? Что дальше? Зачем там сортир? Зачем там сортир стоит? Значит, мы должны уронить сортир. Сортир. Затем мы идем. Получается, вверх по-любому, да? Устраняем копа. Ну, того чувака мы не должны убивать. Он идет вниз. Затем мы идем назад. Вниз. Влево. Устраняем копа. Тот пугается и бежит к сортиру, но это понятно. Затем убиваем его, тут пугается, бежит на медвежий капкан, и последний чувак остается. Все просто. Ой. Нифига себе. Отлично. Ну, точнее, плохо, что Джейсон убивает, но зато мы прошли третью главу. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, комментируйте мои видео. Всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока-пока.